болгарском Самокове проходит юношеский чемпионат Европы по борьбе. Два азербайджанских борца греко-римского стиля стали чемпионами Европы. Речь идет о Фараиме Мустафаеве, 48 килограммов, и Фариде Бахышлы, 55 килограммов. Особо стоит отметить Бахышлы. В финальной схватке он боролся с армянином Арменом Сукиасяном и уступал по ходу поединка 0-7, но смог сравнять счет и стать чемпионом Европы. На данный момент у Азербайджана на нынешнем Евро 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали первенства.